На медведей с голыми руками. Настоящую панику поверг хозяев леса бесстрашный охотник из Амурской области. Люди обнаружили зверей на берегу речки Томи. Один из охотников бросился за ними в погоню. Медведи, к слову, не такие уж маленькие. Им, видимо, уже года по два. Но противостоять напору азартного сибиряка они не смогли. Лови косматого, я и веду их! А, сейчас догоню! Вот они, вот! Оп! Прям рядом пробежал!